А лизни то там кем в рейде? Варум. Ну, я понял. И ты что, символы вставил уже на АДК? Да. Ладно, тогда джаспанк. Сейчас зайдет рога, ты обратно на АДК, ладно. Ничего, что тут теряем. Только побей пока трэш. Вдруг этот рога не зайдет еще. Нас опрокинет. Что дальше? Давайте быстрее командира надо слить. Звезду играем. Нажимайте копии, берсерки свои, звезду. Бабах. Вижу Дессера в сети. Вар, Висармар. И шаман у него, да. Эх, может давай вторым друидом похилю, там трися выше меня. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Ты говоришь? Да, я вторым друидом зайду по хилю, там Триси на меня выше на плащ. Может он уступит, Триси уступишь плащ. Да не, ну пусть он собирает, чё. Какая разница, просто пристанем с друидом по хилю. Сейчас. А можешь на Лока зайти, а этот Войд, да, может пойти Хаули Престом, если вы хотите, так, конечно. Я поэтому и писал Ване специально, чтобы он пошел в другой рейд. Так все равно, Слава, зайдешь престом? Такое вообще... А когда я иду? Это было бы некрасиво, если бы, допустим, я забрал плащ, а Ваня не знал, и... Ну, бред. Да, забрал, да ничего страшного. Все равно лучше, как бы, предупредить. Тем более, я знаю, что ты, ну, как бы, хочешь этот плащ. Я хочу три ульды. Я тоже хочу три ульды. Мини Сунель, а ты был вообще в РС? Первый раз? Или нет? Можете заменить. Блин, я не умею тактики рассказывать, времени мало. Ну ладно тогда, будешь слакать за меня. У нас нечего рассказывать. Две пары лезвий и напуливать трэш. На протопала. Классно рассказал, да? Мне понравилось. Давай Сакку. А вон Войд Хилл заходит уже. Наверное, он крестом идет. Приветствую. Удачи. Че, мне что бафать на обла? Кулак.
Давай, Айсфриз, сделай АДК. Сейчас панк на роге. Пизду его. По отношению. Сказал, что после ЕЧ пойдет. Сейчас пишет. А, после Ахалиона уже зайду. Так. Да. Может бы, конечно, без АДК пойти. Там тримбомбар еще ходит. Я реловну все, окей. Чаром, я далеко стою от вас. Че, Славик, че, Славик? Хэппи Стоун плюс они. Круто, на всех есть? Если на ком-то нету, скажите. Так, надо найти Фурика. Каску по магам, пожалуйста. Ну, каску сангвиния. Парка. Кулак. И лапа. Лапа друиды. Кралька. Еще не все в рейде. Все в инсте. Потом еще раз бафнет. Они один раз не могут бафнуть, ты говоришь второй еще раз. Не, кралька нормальный друид. Давай, чек на пул, смарт-килл тут. Давай, пулятик. Надо будет уничтожатор, Джерион. Шарам, зайдешь? Метки вправо. О, влево, влево. Извините. Ну, первый на пол ханты, начиная с первой фазы, дает сначала на БДК, верно? Да. Ну, отменили сунели. Понял, да. Тебе надо два макроса сделать. На БДК, который танчит первую фазу, начинает халёв, он танчит, это у нас будет Кеншин. А после метеорита делать напор на пул на протопалы. Все же правильно так делают ханты, да? Да. Ну, можно и без макроса, можно просто на прибежке взять и найти его и тыкнуть, и все. Потом промажешь мага, и он орать будет. Давай я поподробнее ему расскажу. Так, конечно, не шарю. Чего? Так рассказывай, конечно, не шарю в танке. Короче, здесь чем отличается от обычки? Тем, что когда падает метеор, потом еще выходит трэш из луж вот этих вот, которые разливаются. Вот тебе надо сделать что? Когда падает метеор, ты прожимаешь escape, по боссу не бьешь, жмешь на пул на протопала, вот, и как то, когда этот трэш бежит примерно в рейд, ты начинаешь, ну, этим, как он, дождь этот, стрел юзать. Град, град, град. Не напуливай.
Ленинград стрел, вот. И ну, после того, как напор закончился, ты съедаешь по... Джерри, он босса, уничтожает... По большому голему. Маранази вторую. Да, пуляй, говори уже дальше. Время боя будем это все делать. Да, пулять. Играешь по большому голему, после того, как на меня напулил трэш. Обязательно это надо делать. Не по боссу, а там будет еще большой голем выходить и много мелких. Вот мелкие на меня напуливаешь, и все, играешь по большому. Вот вся твоя задача. Это баг. Столб встанешь. Один на ману даю. На второй копе надо прожаться сакру дать на незыблемость. Давайте хорошенько хилить. Он видит здесь. Без вас я бы... Давайте помогаем Рассетне. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Давайте забегаем. Силы были неравные. Что там, вуди каски-то дает, да? Сангвини, краски, деморанайзер, щиты. Пуляй босса. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется... Атакой руководил кровожадный... Но боюсь, важно и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Давайте по тактике Джерион. Свет, уничтожатор, тьму. Кто свет будет хилить? Маны. Ну давай. Ультрашам, калк свет, остальные тьма. Войд хил диспелит тьму. Я певчий свет диспелю. Четвертая пати, остаемся добивать големов. Что там еще? Паладина, распределяете ауры, длани там, может кто-то поставишь, или этого мамонта, дорогие купить. Есть у кого-то мамонты? Ну, прото дать, потому что у меня здесь нет палипауэра, я не вижу.
На себя кинь. Сейчас, подожди, Слана, я куплю реги. Плюс они тебе кому щит дать? Поставьте рыбу кто-то. А, все вижу. Кому кулак присоедините? Это рыба наша. Да, она на мне была уже. Ну, давайте чек на пол, напишите РП, кто на кого ролит. Не забудь, Ваня, щит на КСС накалка. Уничтожатор вот. Первый, да, танчит? Да. Уничтожатора хмелюсинели на поле вышь. Потом на деморанайзера всегда. Готов? Деморанайзер. Раз, Сюиду, два, какой шамп-то? Сюиду, какой шамп хилит? Литра шамп. Готов? Сейчас я в макрос пишу его. Готов. Начинай, Валера. Калак, частицу мне забудь на кинчи. Да, он снял. Тролль, что ли, блин? Давайте смотрим метеор. Убежали. Вот три лужи. Лужи текут в рейд, отошли в квадрат. Зон метка. Отошли в квадрат, милики, отошли в квадрат подальше от Леона. А, хмели сунели, сейчас не играй по большим, сейчас не играй. Сейчас играй по боссам. Побежали. Мелисинали по команде, по большим только будешь играть. Смотрим, мы уже опять в рейд. Два процента. Мелисинали, ты сейчас во тьму заходишь, после танка. Блин, 5 секунд до перехода, жесть. Выносим метку. Заходим, тьма. Ну, в тьму заходим. Четвертая платья остались. Краля, подымай, копарка. Раньше танк, наверное, зашел. Там что, можно заходить, нет? Скажите. Да, можно. Ходи быстрее, давай. Вот метка. Дали бафы, лапу, каску. Блани сейчас не было, смотрим дальше. Сангвини ты кидал? Блани не кидал. Вот что, следующая моя. Ладно, кидай ты туда сейчас, потом я кину. Сангвини, давай сейчас ты кидай, потом пар будет кидать. Заходим во тьму. Смотрим, сейчас лезвие с меткой будет внимательно. Басик метка. Здесь пойти его. Один процент. Смотрим, сейчас лезвие закончится, будет метка. Мили Сунели, по команде зайдешь в свет. Все, выходим в свет. Мили Сунели тоже выходил. Выходим. Становимся в квадрат. Мили Сунели, будет большой голем, ты его убьешь. Рост, свет. Клота бей. Взрыв разума, что-то в маны у тебя вообще нет. Короче, поедем на ману, ставь тотем. Поставь тотем и выбегай, сам себя не спрятай.
Рафаэл, подними быстрее. Поднимай быстрее. А, нет, не надо, побежали метеор. Классно спил гим. Смотрим, играем большого голема. Тьма, давайте рост. Озион метка, выноси Озион. Беги, малышка, беги! Большого голема все сыграли. Стоп, дайте бабу по шаману, касочку стоп. Дайте. Лапку. Свет, не бьем холёна, бьем только трэш. Все, теперь мелкий трэш побили. Фейл, выноси метку, я здесь пелю. Стали в квадрат, отошли от босса, айсурис. Побежали метеор, бежали. Смотрим, главное сейчас лужи, это главное. Холёна свет не бьем, ждем трэш. Лужа в рейде, отошли в квадрат, отошли в квадрат. Варонайзер метка. Так, трэш сейчас не бьем, протопал выносит метку. Все, бьем мелкий трэш. Играйте большого голема. Большого голема играем. Кралька подымешь розету, как перейдем на другую сторону. Не, фейл подымешь. Калк метка, БДК прожмись. Стали в квадрат. Калка захильте. Так, сейчас будет 60%. Деморонайзер дашь каплю на БДК. Побежали. Фейл, поднимай розету, он стоит. Во тьму можно заходить, скажите? Нет. Лужа в рейде, давай сакру. Деморонайзер опять метка. Заходи. Заходи, розета. Поюгим на отхил. Розета, подними калка. Подними гим калка быстрее. Клота гим на хп. Клота гим на хп. Вообще маны нету. Есть СС? Кал, должен был быть СС. Джаспанк, выноси метку. Не, нету. Четвенький, нет. Я забыл. Розет, ты выходи в свет. Побежали метеор. Быстрее выйди в свет. Поднимешь калка. Иди через все лужи, поднимай калка быстрее. Деморонайзер, давай, не знаю, капельку на него. Заходи во тьму. Диспельте приз. Падаем. Падаем. Давайте заходим в лужу быстрее. Падаем. Красимся. Давайте с этого тра ГП. Розета, капак. Как-то умирали, непонятно. И я зашел во тьму, и смотрю, уже Валера наагрил, просто ударил этой, ну, печатью, блядь, он развернулся, мне уебал. А хуй знает, что за хуйня. Что ты просто уебал? Клота, бей. Ну, промазал, но, да, ты просто... бьешь этих больших големов, остаешься бивать, ты бьешь взрывом разума? Нет? Бей взрывом разума, у нас в свету нету ретрика. Ретрик дает манореген по 10 человекам. В свету этого нет, поэтому бей взрывом разума, чтобы этот баф висел по КД. По КД юзай взрыв разума. Хорошо. Давайте рыбу, рыбу здесь нет на этом персонаже. Поднимайтесь быстрее. Вставайте быстрее, ребята. Резче, резче. Розетта, ты знаешь, как метки выносить? Конечно. Давайте фобах по рейду. Каски, щиты раздать, кулаки. БРКД. Сколько минут? 5 минут. Фейла тоже, да? Его розеты. Ну, если кто-то умирает, это опять вайп. И будет ГП. Так что внимательно. Не умирайте. Кому-то еще щит нужен? Нет. Ваня готов, ни в чем. Ваня, Ваня, Ваня. Ва-ва-ва-ва-ва. Не. Ни в чем. Ваня готов. 30 секунд прошло. У нас есть в рейде демон лок? Нету.
Ладно. Заходи за линию. Все начинают. Шея не достает. Валера, Агри. По-моему, мы без демона были сейчас на этом трапе. Ну, демона бафа не было. У тебя шея не достает. Уху. Минус или назад метку выноси. Выноси назад стенки и хмель. Через хвост возвращайся. Вот видишь, теперь придется без тебя бить, потому что ты тормозишь. Жестко при том тормозишь. Тебе говорят, выноси метку, ты стоишь. Сколько вам там дамажа? Понты? Ну как бы он напулер. Ну, толку от напулера нет, если он не дамажит. Бежали метеор, это логично. Близко метеор, смотрим уже. Четвертая попать, естественно, добивать големов. Смотрим уже, нормально. Сайз фриз выноси. Больше дамаги 2%. Ухода демона не было. Сейчас он раньше было 8 секунд до фазы, сейчас 10 и минус 1 еще. О, нет, так повезло. Но заходим во тьму. Уходите, если посмеете. Талик, брат. Кралька, сколько КД у тебя? 40 секунд. Как имели сунели тут. Сейчас панк назад. Ну, подымешь его, как БР откатится. Ладно. Лезвие смотрим. Побежали. А, по инерам, кстати, забываю. Пейл, давай инер столбу. Кралька, сейчас тоже зайдешь, скажу на кого. Заходите во тьму, кралька, сколько секунд БР? 10. Оставайся, разнишь его. LG, заходи. Смотрим лезвие одновременно с меткой. Демогранайзер, выноси метку. Скажешь, когда зайти? Скажу. Лани нет на демогранайзере. Заходим. Заходите, Ант. Лапу, пристабав, каску, кулак по ханту. Щит по ханту. Ультрашам назад метку. Инер ультрашами. Кралька, инер ультрашами. Смотрим лезвие. 52. Скоро переходка. Перчи метка. Выходим в свет. Длани не... Ну, есть уже. Выходим, выходим. Рост, свет. СС накалки вижу. Взрыв разума не забывай. Розета метку назад. LG метку назад. Сам себя диспелишь. Блинком возвращаешься. Дальше от босса отошли, сейчас метеор будет. Во тьме даем рост. Побежали. Далеко бежим. Далеко-далеко. Смотрим лужи. Играем большого голема. Мелкий трэш. Сангвиниум на семетку. Уже в рейде. Калка на семетку. Давай сакру. Демаронайзер сакру. Играйте большого голема. Мелкий трэш. Не трогаем. О, мелкий трэш. Халиона не трогаем, говорю. Играйте большого и мелкий трэш. Столб метка. Айс фриз метка. Диспелю. Стали в квадрат. Двойная метка, незыблемость. Прожми антимагию. Стали в квадрат. Сейчас побежим. На танке метеор в квадрат. Становимся, смещаемся в квадрат. Смотрим внимательно лужи. Халена свет не бьем. Бьем только большого голема. Ничем метка. Кралька метка. Выноси сам себя. Играем большого голема. Большого голема играем.
Мелкий трэш играем, кралька, прожми кожу, кожу, захильте кральку. Играйте большого голема. Глота, давай гим на ману, ультрашам ставь тотем на ману. Смарт-килл, выноси метку. Диспелю, хильте Кеншина, встали в квадрат. Деморонайзер каплю на Кеншина, сейчас скинешь на переходке. Побежали метеор. Смотрим лужи внимательно, потом играем большого голема, мелкий трэш. Столб, выноси метку. Кралька, выноси метку. Сама себя диспель, большого голема играем. Прожми кожу, похильте кральку. Большого голема играем. Иннеры ультрашаму залили, если откадешились. Похоленную не бьем, добиваем мелкий трэш свету. Вот, выноси метку. Ультрашам, выноси метку. Калк хиль БДК. БДК прожмись. Хиль ультрашаму сейчас. Похилимся нормально. Встали в квадратик. Сейчас будет метеор. Побежали метеор. Смотрим лужи. Смотрим лужи, потом бьем большого голема. Розет, выноси метку. Хмелисунели, выноси метку. Хмелисунели, выноси метку. Где ты там лазишь? Еще дальше. Давай, пою гимн на ХП. После чего пою гимн на ману. Большого голема добить. Всех большого голема играем. Дубасик, выноси метку. Пел, выноси метку. Я с диспелю. Заморозьте трэш. Прожми кожу, хильте фейла, кралька поднимай фейла, есть БР? Побежали метеор, трэш надо добить срочно. Живем без кота, играем пока у Халиона и у большого голема. Следим за гроссовым, Клот, выноси метку. Не, большого голема сыграли все. Клот, ты гимн отхил, давай, гимн отхил. Мы не бьем. Тима, стопайте дамаг, дубасик, выходи во тьму, если есть возможность. Выходи во тьму, дубасик, Сабвини, выноси метку. Клота, выноси метку. Трэш, помогите слить, РДДшники. Клота, сама себя, диспель. Есть капля, деморнайзер? Нету. Побежали, метка, есть. Метеор, кидай на Кеншина. Стоим, добиваем Халиона, смотрим лужи. Баш, выносите метку. Дубасик, выноси метку. Диспелю. Все, я надеюсь, он не отхилится, мы спокойно убьем босса. Уже, ну, добьем. Все. Вот на семетку. Латные тапки на милика. Там же этот, лучше дубасик. А, блин, я проебался. Сейчас, подожди, посмотрим еще раз. Да, он выше. Туда и надо. Так, дубасик, на кого где? Что-то говорю? Наручи, пылающие мощи, смотрим. Калк. LG выиграл. Так. Чешуя, сейчас пойдем во вторую РС. Быстренько убьем, а там будем думать, что дальше делать. Это кто? На мейн, на оф? А, на мейн. Ну, пусть на мейн ролит. Ну, я все равно за 10% отдаю, но... Да, на мейн. Ну, давай там, нечего. Тоже. О, блин, вдруг бы ботинки выпали, ты бы ролил их. Ну, это на мейн ролит, и ботинки, и чешку. Блять, твоя, погоди, дубасик, я еще не могу найти, нахуй. Зачем вообще вам это чешуя, это говно полное? Не знаю, Сангвини мне написал, давай за фул, но это просто фигня отдается за половину, за 10%. Все, я, короче, отдал тапки.